Ну что, что именно говорят? Что ведутся на территории Украины боевые действия, что мы зашли как агрессоры туда. Говорят такое? Что правильно? А что правильно? Что понимала, мы зашли. Мы не ожидали, мы зашли. Вот, ну, нас бросили туда, как котят слепых. Сказали в помощь народу, но по факту народ здесь против нас. Народ нас тут с вилами, с граблями встречает и говорит, уходите, вы агрессоры, как фашисты зашли. Геноцидом. Все это вот такая ситуация. Сказать, я в плену сейчас, в плену, да. А много вас там? Много-много. Ну все. Вся наша зашла. Организация. Да. Все, почти вся бригада зашла. Заехал, нам сказали, мы просто заедем, поможем. Как бы местное население здесь хочет провести, вернее, производить смену власти и помочь, то есть оказать ей содействие, воздействие. Свое присутствие. Ага. То есть вот под таким, под такой эгидой, короче. Ужас просто. В общем, кошмар. Мы в шоке. Во-первых, вот это объявили вчера, только позавчера сказали, сколько погибло, сколько ранено. Сколько? Что сказали? Скажи, что сказали? Скажи мне, что сказали? Я хочу услышать, что сказали. Сколько погибло? Да, сказали, погибло. Да это неправда. Это неправда. Ранено. Сколько раненых? Да. Это неправда. Полторы тысячи раненых. Это неправда. 500 погибло. Угу. Вот. Ну, примерно, да, попали в плен. А кто, чего, как, нигде ничего. Это все неправда, что говорят по телевизору. Здесь люди, да. Они живут своей жизнью. И мы зашли сюда. Мы зашли как, да. Мы зашли как фашисты, понимаешь? Здесь абсолютно люди с вилами, с граблями нас встречали, чтобы ты понимала. Ну опять же, говорят же, что вы же местное население не трогаете, ничего. Да это говорят, кто говорит, ты новости не слушай, ты новости не слушай, ты меня послушай. Нет, это неправда все. Вон и города, и школы, все обстреливают. Города проезжают, деревни половина разрушенные. Люди вышли с вилами, с граблями. Ну как бы, о том, что... Кто-то где-то находится, кто-то взят в плен. Вообще такой информации нет. Понимаешь? Ну смотри, я сейчас... Благодаря... Я да. Сейчас нахожусь в плену. Нахожусь в плену. Угу. Да, мы заехали ночь. 24, ну, на 25. Заехали угу. На территорию Украины. Угу. Проехали до Новокаховки. Скажу одно, что да, здесь идут боевые действия. Нам этого не говорили, что будут боевые действия. Сказали, что мы просто покажем демонстрацию своего присутствия. Ужас. Местное население совсем нас не рада видеть. Абсолютно mm-hmm. относится, ну, скажем так, не агрессивно, но... Понятно. Очень, кто очень... этого и не ожидал? Я думала, вы на учениях находитесь. Да мы тоже не ожидали этого. Я до последнего вот минуты не верю, что мы заедем. Зачем? Зачем? Кому это надо? Это никому не надо.